утро, 2 января, а у меня такой сайка получился непроизвольно. Вначале хотела один кусочек хлеба, как на сковородке поджать. Думаю, ну что, это как бы совсем маленький кусочек. Вот это целый, но на два поделенный. Вот такая зайка, улыбайка, что-то так вот губки ей. Так, 2 января. Ой, ребятки, сейчас я даже вот вид за окном повеселее, там -25. -25, смотрите, что-то надо. Ой, ветер что ли был, смотрите, аж сетка повело, надо ее на место мне поставить. Так, овсяный блин готовлю. И открыла баночку с джемом, смородиновым, который делали своей рукой на даче. Ну, в смысле, на даче выращивали смородину, потом собирали. В общем, эко-джем без всякой химии. Ну, мне вообще, кстати, нравится, что есть запасы джемов, потому что я что-то цены-то всегда знала, что это цены-то не айс в магазинах, и даже не представляю, где их брать по выгодным ценам. Ну, и вообще свою ягодку, когда делаешь это, ну, знаешь, что там, из чего сделано, всегда как бы это в приоритете. Все, эко-джем готов. Так, кофе готов. Все, сейчас будем завтракать. Так, ребятушки, -23. Теплее не будет сегодня. В общем, я в шерстяном, тут шерсть, ангора в таком платье. Утепляю. На мне двойные штаны. Одни вот сверху спортивные, Калида, а внизу с начесом Кальзидония. Двойные носки. Вот эти тоже шерстью с ангоры. Вот такие тоненькие, чтобы влезли в сапоги. Сапоги-то я сейчас высокие. Кстати, я их подремонтировала. Вот этот сапожек здесь зашила сзади. Сейчас он поприличнее выглядит. Вот такие вот длинные сапоги. Достаю шубу. Достаю ушанку. Достаю вот эти варежки. Причем я хочу сказать, чтобы ну так вот не обмораживаться, это не роскошь никоим образом. Это просто, ну, знаете, наверное, счастье для северянина, если есть меховые вещи. Все, утепляюсь. Пройдусь рядом в сквере возле фонтана, но снимать ничего не буду, хотя там такие, знаете, в белом деревья. Красивенько, ну просто не смогу, потому что надо руки будет в тепле держать и как бы разговаривать, я думаю, будет сложно, и скорее всего вот так вот еще закутаюсь. Но пройтись хочется, вот просто пройтись, вот просто это вот для северян, которые в морозах сидят, это просто уже за счастье. Все, пошла гулять. Все, спускаюсь пешком, в общем, вот так вот я сейчас выгляжу. Сейчас еще лицо закутаю сразу, то с непривычки, чтобы не было мне холодно. Вот, максимально утеплилась, чтобы просвежиться в парке. Все, пошла. Ой, после прогулочки хорошо. Попила горячий чай. И гуляла в таком количестве, чтобы, ну, не засекала точно не час, потому что, ну, на час это уже там сразу ноги начинают подмерзать. Вот, а хотела сейчас показать, знаете, хочу необычные вещи перекусить, не помню, где покупала. Сейчас покажу, с чем. Дачную морковку помыла, еще партию принесла. Ну, она такая меленькая, как бэби-морковь у нас такая, видите. Ну, вот почему-то уродилась не очень. Ой, сейчас достану баночку. Вот. Как-то, ну, консервированный ананас. Вот я люблю, кстати. Но он сладкий, из-за сласти я, в общем, свежий предпочитаю. Коктейль фруктово-тропический, ботаника. Сейчас откроем, попробую. Вкусно, невкусно, расскажу. Ой, еще не рассказала. На улице, знаете, такая зимняя сказка. Все в белом инее. Если завтра будет все-таки -15, завтра я возобновлю съемки на улице. Ну, потому что можно будет уже перчатки со скринтач одеть. Сегодня не стала рисковать. И, кстати, у меня видео немножко выходит
Сейчас снова как с запозданием, то есть я день снимаю, ну не то что с запозданием, я день снимаю, выкладываю на следующий день. То есть у меня получается видео за предыдущий день, имейте в виду, потому что мне вот сейчас написали, вот я прогулялась, там хорошо, ну кто-то из сургутянок. Я все понимаю, я сама сегодня прогулялась, я этот день ждала, но вчера минус 37, ребят, это экстремальная погода, которая... Ну, никак не благоволит на прогулочку, только если там что-то необходимо, куда-то поехать, сходить и так далее. Вот, а если возможность есть, конечно, надо пересидеть в такой день. Так, открыла банку открывашкой. Ну, смотрите, выглядит приятно вроде. Там обещано, сейчас скажу, кусочки папайя, по-моему, гуава, кокос. В общем, сейчас попробуем. Ну что, пробуем? Еще не пробовала, пробую на камеру. Первый раз. Так, начну, вот, наверное, с папайи, с красной. Свеженько, вкусно. Угу. Очень много ананаса я вижу тут. Ну, для разнообразия можно покупать. Да, такое это... Кокос сейчас. Вкусно. Вообще, и в меру сладко. Да. По-моему, написано там Вьетнам вроде как. Вьетнам или Таиланд. Прям, знаете, для разнообразия вообще. Может быть, мы это в Маяке даже брали, мне кажется. Или Светофоре. Что-то цена там была это привлекательная, да? Угу. Прям, если я еще раз, у нас только одна баночка, если поедем, еще хочется купить такое взять. Ну, хочется разнообразно что-то, зимой так особенно. Все, будем кушать. Так, готовим ужин. Гречневая каша уже сварилась. Так, все, масло чуть-чуть туда положили. А здесь у нас жаркое. Сверху базилик, выращенный на даче, сушеный. Вот так все это выглядит. Морковка наша. Там так приятно, знаете, в мороз готовить что-то, то, что вырастет своими руками летом. И даже, знаете, такое состояние удивительное. Неужели здесь вообще что-то растет? Вообще лето бывает. Вообще бывает плюс какой-нибудь. Так, а здесь пыхтит. Такая вот пыхтелочка. Пыхтит. Увлажнитель воздуха. Увлажняет воздух. Воздух очень сухой. На улице никого. Но только маленько вот я вижу, что на машинах разъехались. Вот с той парковочной площадки. Прям удивительно, что места есть. На горке никого. Никто не катается. Ну, хотя, ну, может быть, завтра минус 15 обещано. Дай бог будет, и будет уже повеселее с детками выйти, у кого детки, развеяться. Деревья такие белым-бело. Так, все, ужин. Так выглядит, смотрите, аж дымок идет, как вот в фильмах или мультиках показывают, смотрите. Такой вверх дымок, с пылу жару, свежий салат уже хочется. Оливье уже нету сегодня. Так, пробуем жаркое. Как получилось? С томатной пастой так необычно получилось. Прям вообще вкус такой. Прям вкусно. Вкусно. Очень-очень вкусно такое. Жаркое, с гречкой. Красиво, да? Mm-hmm. Как ярко. Смотрите, прям очень ярко выглядит. Получается, вот в томатной пасте у нас оставалось после варки борща. Решили использовать, потому что если она подольше стоит, она портится. Ну, если ее не использовать. Но она добавляет такую, знаете, пикантность. Вкусно. Так, сегодня 3 у нас января. Смотрите, какая энциклопедия. Раньше читала прям ее часто-часто.
словарик, когда раньше не было Google переводчика, вот я училась вот так. Так, а хотела вот что сейчас подлезу. Смотрите, аффирмация на сегодня. Я смотрю на мир глазами любви. Ребятушки, сегодня минус 12, а значит, я все-таки сделаю интересный контент. А то я вчера снимала, но хочу еще сегодня доснимать и выложу вечером. Так, хотела, знаете, сейчас протестирую вот это, карандаш для глаз и покажу, что из этого вышло. Такой вот карандаш мне подарила мамусенок, хотела сказать, мамусечка, вот, и покажу, как выглядит. Так, ну все, я накрасилась, хотела показать вот такой вот результат. Так, глаза закрою, потом сама на видео посмотрю, как вышло. Выглядит карандаш вот так, Калистар. Он не выкручивающийся, сейчас покажу. Давайте на свету покажу, но блеска мало. Вот я хотела специально такую, так, сейчас сфокусирую, с блеском водостойкий, надо его точить будет. Тут такая, с другой стороны, как растушевка. Специально хотела такой, знаете, праздничный карандаш, чтобы был блеск. У меня был карандаш фирмы Sisley, там, конечно, сразу такой, знаете, блеск наносился, конечно, шикарный, но ввиду повышения цен он сейчас стоит, конечно, такой, знаете, я не могу его себе позволить. Вот, ну, пока посмотрю, вот давайте еще раз посмотрим, как получилось. Кстати, напишите, девчонки, как нравится, не нравится вообще вам эффект. Ну, я сегодня похожу еще, может быть, на улице, хотя что на улице, зеркало доставать. В принципе, у окна и так видно результат. Ой, что-то, знаете, мне так удивительно, что никого на улице, хотя тепло, наверное, люди еще не посмотрели на градусы, что сегодня можно выехать, покататься, погулять и так далее. Еще хотела, знаете, выразить свой восторг. У нас 1 января на Сайме, вообще 1 января было минус 37 градусов, и на Сайме все-таки в парке, за Сайме точнее, состоялся забег трезвенников, называется, трезвый забег. И прям, знаете, участников там прилично, 25-30 человек где-то примерно, то есть пробежали там, я не знаю, 3, на 3 километра, что ли, они забег сделали. Но меня, знаете, это поразило все-таки. Ну, они, конечно, так вот закутаны, потому что, ну, минус 37 градусов. Это я хоть озвучиваю, но я думаю, что мало кто вообще эти градусы понимает. Но представьте вот так вот для сравнения, кто никогда не ощущал эти градусы. Помните, если вы летите на самолете, самолет там поднимается на самую высокую там высоту, и пилот там объявляет, ну, по радио объявляет, мол, за бортом минус 50 градусов. И всегда летишь, думаешь, боже, что за градусы, вообще это реально или нет? Вот, в общем, представьте, это вот такие градусы. Ну, минус 50 у нас тоже бывает, ну, такие градусы, которые как бы они для жизни не норма. Вот, и люди пробежались, конечно, это вызывает восторг и восхищение, закалка и так далее. Хотелось бы тоже иметь такие успехи, вообще такого результата добиться, иметь быть закаленным. Ну, посмотрим. Ребятушки, ну и традиция ездить по горкам, по веселым местам нашего города на новогодние каникулы. Традицию сохраняю, приглашаю вместе со мной посмотреть зимние забавы. Находимся мы у Русича, тут в 25-м микрорайоне. Горки, елка. И вот такие вот зимние забавы. Полюбившиеся мне олени. Покатушки на оленях. Сейчас мы направляемся. Катаются. Катается детвора. Хотела на центральную площадь, но там просто негде паркануться. Просто. Мимо проехала, получается. И вот так. Вот они, оленята. Сейчас мы с вами посмотрим на этих красавцев. А, и мох вот это, наверное, покушать-то. А что-то грустные или не грустные. Ну,
Ну, нынче два оленя, они с рогами. Ну-ка. Что-то приунылые, наверное, холодно им, да? Или нет? Что-то унылые какие-то. В прошлый раз веселые. А? А, устали. А, может, их люди мне нравятся. Сейчас спрошу, сколько стоит. А сколько стоит покататься? А 350 комнаты. Вот этот круг один или как? Да? 350 рублей? Это с человеком? Да, с человека. А платить как, чем? Онлайн или наличка. Перевод или наличка. Ага. А есть трое детей, есть 350. Вот это, кстати, хотела рассказать, хантыйский костюм. Видите, у них на ногах такие вот кисы, так называемые национальные обувь. Сейчас, наверное, кто-то будет кататься. Я в прошлом году каталась. Горки-то какие красивые, ледяные. Мама в восторге, да? Мам, тебе каждый год нравятся горки, вот это все, по елкам мы ездим. Да. Это ты же традицию вела в нашей семье. Да. Да? Чувствую. Да, очень красиво. Очень красиво, довольна, да? Сейчас поближе, ребятушки, вам поснимаю, покажу. Вообще это все изо льда. Сейчас покажу вот это произведение искусства. Я сегодня на оленях не катаюсь, потому что одела не те сапоги, мне прохладные. Надо шубу, к сожалению, но, надеюсь, скачусь. Смотрите, вот это все изо льда. Все, представляете, так, снежинки. Ух, здесь прям наледь. Ох, прям как детки слетают-то. Это аквапарк по-северному, по-сибирски. Ну, хорошо, такая скорость самая-самая. Ой-ой-ой-ой-ой. Я хотела покататься, но, наверное, не конкурент я. Находимся мы у Росича. Тоже хочу скатиться на горке, но надо ватрушку, а тут ватрушек нету, вот этих плюшек на прокат. Вот такую, да, чтобы это, как говорится, задняя пятая точка осталась цела и невредима. Либо ледяночку надо. В общем, надо мне этот момент продумать, а вот так я хочу вспомнить детство, скатиться с горочки, почему бы и нет. Красота! Ага. О, одного тут мартышоныша прокатили. Ну, мне кажется, на два круга надо за 350 рублей. Ну, ладно. Кстати, по дворам, это вот Сургут, он разный, это 25-й микрорайон. Так называемый. Кайтсерфинг, да, этот. Собачка. А надо же, что-то у меня цепляет там колесо, что ли. Не могу быстро ехать. Что-то отвалилось, видимо. Надо же. Это. Ее надо было как-то открутить, что ли. Ой, завтра, надеюсь, позвонят мне.
любимые свиристели. Так любят макушки. Чилят на закате, на макушках. Ну все, вернулись домой, сильно долго не погулять, все-таки воздух такой довольно-таки свежий, вроде и тепло была одета я, но что-то даже подмерзла чуть-чуть, и решила в этот раз не кататься на оленях, думаю, может быть, потеплее оденусь и прокачусь, и на морозе еще не хотела там онлайн-перевод делать, потому что руку, если без перчатки, рука махом просто замерзает. Еще такое настроение, все-таки придется вплотную заняться зумом мудрости. Кто со мной давно знает, что там его мне то ли надо удалить, то ли лечить. В общем, не знаю, как решиться, но придется решиться, потому что он меня уже конкретно беспокоит. Как бы мне не хотелось удалять, похоже, придется решиться. Хотя снизу мне надо удалять, будет тяжелое удаление. В общем, если, ребятушки, пропаду без видео, ну, значит, я все решилась и не могу снимать, и просто восстанавливаюсь. Конечно, цены такие вообще на удаление. Смотрела, вот в акватории стоит от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от работ. В общем, вот такие новости у меня.